Добрый вечер, я Евгений Енин на четвертом канале «Итоги недели». Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина 95 лет. Вчера исполнилось. Воспользуюсь этим случаем, чтобы поговорить о том, что из себя представляют детские и молодежные организации, какими они должны быть в идеале и нужны ли они вообще. В студии «Итогов недели» Александра Анисенкова, координатор Свердловского областного отделения РДШ Российского движения школьников. Да, все верно. Артем Николаев, руководитель Свердловского регионального отделения Молодой гвардии Единой России. Здравствуйте. Добрый вечер. И Всеволод Доможиров, ведущий флагман отряда «Каравелла». Вот по-нашему, по-советски, раз начали с этого, это у нас пионерия, это у нас комсомол, и это особая пионерия, спецназ пионерский. Ну, потому что же вы же были пионерским отрядом. Да, мы были пионерским отрядом. Много лет назад отряд «Каравелла» получил статус экспериментальной пионерской дружины. Особые пионеры, спецназ. Давайте просто зафиксируем. Сейчас детские молодежные движения что из себя представляют? Во-первых, они есть, раз вы здесь стоите. Но что это? Давайте с вас начнем. С РДШ. Ну, у нас огромная площадка, создана во всех регионах. Это президентская программа по указу Путина с 29 октября 2015 года. Создали общероссийскую детско-юношескую организацию «Российское движение школьников», в которую входят школьники от 8 до 18 лет. Дальше они уже переходят в следующую стезю. И вообще российское движение школьников — это возможность типа поучаствовать в огромных акциях, конкурсах, флешмобов, показать себя. Когда об этом движении было объявлено, сразу же появились опасения, что туда начнут записывать, вот как в свое время в пионеры, ну, в обязательном порядке. Нет, на самом деле, первое, о чем всегда мы говорим, что это движение добровольное, и школу вступают добровольно. Соответственно, и ученики тоже приходят добровольно. Нет такого, что все обязательно должны прийти, все должны подписаться под это. Если даже в школе не организована площадка российского движения школьника, дети могут подать заявку индивидуально, зайдя на наш сайт, и поучаствовать в конкурсах именно в тех, которые ему интересны, и, возможно, в дальнейшем привести российское движение школьников именно на свою школу. Хорошо, Артем, кто входит в Молодую гвардию? В Молодую гвардию входят молодые люди от 14 до 30 лет. Здесь неважно, обучается человек в школе, либо в вузе, либо уже работает. Но в основном, признаюсь, мы работаем в основном со студенчеством. У нас есть представительство почти во всех вузах города Екатеринбурга. Ну и сейчас развиваем местное отделение как по области, так и в городе Екатеринбург. Ну, по поводу вас не было сомнений, что будут записывать принудительно, поэтому понятно, что добровольно. Да. Что из себя сейчас представляет легендарная «Каравелла»? Ну, мы очень мало изменились с точки зрения, там, наверное, 70-х, 80-х годов. У нас занимаются ребята разных возрастов, это один из принципов отряда, что экипажи и группы у нас разновозрастные. Ребята занимаются от 8 до 16 лет постоянно, ну, то есть школьники. Студенты могут заниматься в нашем волонтерском отряде, помогать, участвовать, не знаю, в ремонте яхт, в проведении фехтовальных турниров, выпуске газеты, публикациях на сайте и так далее. Это вот чем занимаются? Да, вот вы говорите, занимаются вот этим. Да. Это хождение под парусом. Да, строительство. Ну, то есть со времен вот Крапивина активного участия. Строительство и хождение на яхтах. То есть мы яхты строим самостоятельно, дети обучаются и трудовому процессу, и заботе о яхте. То есть каждый год они ремонтируют, подгоняют что-то. Смолят. Смолят, да, там красят. Современные технологии тоже используем, помимо смолы там, и олифы. Вот, и современные краски можем. Летом они ходят под парусом. Зимой программа по журналистике, по теоретическому морскому делу. Строительство яхт, если есть такая возможность строить. Фехтуем на рапирах и шпагах. Всеволод, ну вот это клуб. Клуб, кружок. Разнонаправленный кружок. В отличие от политических движений, которые мы имеем рядом с вами. Ну, политическое, то есть мы не поговорим сейчас с вами о том, мы не отделяем себя от, скажем так, от страны, в которой ребята живут, и символика Российской Федерации, символика Свердловской области, города Екатеринбурга, эта символика существует в отряде наравне с нашей символикой, с нашими знаменами. Никто не говорит, что вы хотите отделиться и стать особыми. Да, пионерской организации вы слегка отделились в свое время, но здесь-то не подозреваем вас в сепаратизме, конечно же. В пионерской организации, ну, я бы не сказал, что мы отделялись, то есть нашу символику отрядную входит пионерский галстук, то есть красные клевера на нашем гербе. Это старые добрые пионерские галстуки. Александра, зачем дети к вам приходят? Поучаствовать, наверное, в чем-то масштабном, потому что в рамках школы они себя уже проявили.
А тут есть возможность показать себя именно на уровне региона, области, края, всей России, в зависимости от того, где они находятся. Не понимаю, можно показать себя на уровне региона, края, чего угодно, занимаясь спортом, плавая на яхте, например, получая, участвуя в олимпиадах. Не все же у нас одарены именно в спорте и так далее. Тем более наша площадка подразумевает 4 разных направления. В том числе туда входят и спортивные мероприятия, те же президентские игры, которые сейчас находятся под эгидой РДШ. И примеры просто приведите, что дети у вас делают? Вот первое, второе, третье. У нас 4 направления. Первое направление – это гражданская активность, начиная от волонтерских движений, различных акций всероссийских. Следующее – это военно-патриотическое направление, это военно-патриотические клубы, различные тоже конкурсы. 9 мая было огромное количество мероприятий. Далее направление – это информационно-медийное, где развиваются юные журналисты, они работают в пресс-центрах, работают с журналистами не только своего уровня, но и с профессионалами обучаются, проходят различные форумы. И еще одно направление – это лидерское направление, которое подразбивается на 3 блока. Во-первых, это пропаганда здорового образа жизни. Второе – это лидерское именно в творческом плане развития, различные конкурсы. И следующее – это профадаптация, популяризация профессий. То есть учат строить карьеру. В том числе. Вот этот блок для молодых юных карьеристов. В хорошем смысле слова. Профессии помогает разобраться. У нас сейчас очень быстро меняется круг интересов, развивается. А Путина учить вас во всех блоках любит или отдельно из блоков? У нас, в принципе, нет такого, что мы политику пропагандируем. То есть вот этого нет вообще? Нет. У нас есть задачи. Задачи, во-первых, это воспитание. И воспитание молодежи, подрастающего поколения в рамках ценностей российских, именно чтобы... Любовь к родине в том числе прививать через то, что мы показываем возможности того, где вы можете, вот тут. Люби родину, потому что можно сделать карьеру на родине. В том числе. Нормально. Но вот вы-то политическая организация в чистом виде, потому что вы молодежное крыло Единой России. Ну да, мы общественно-политическая организация, самая крупная общественно-политическая организация в стране. И нашей основной, скажем так, политической целью является... Вовлечение, привлечение, продвижение молодежи во власть. Вот просто честно и откровенно, вы трамплин. В каком-то смысле этого слова да. Но я опасаюсь таких слов, как трамплин, социальный лифт. Нет, если именно во власть, то это да, трамплин, лифт, там как угодно. Это социальная лестница во власть, скажем так. То есть не самому идти надо, конечно. Не завезут. Да, не завезут. Надо идти самому. У нас молодые ребята приходят, в том числе и... с политическими амбициями, с амбициями общественных деятелей. Но мы изначально всем говорим, мы абсолютно открыты, что для того, чтобы добиться успеха в этой области, нужно идти и никогда не останавливаться. Никаких привилегий от того, что ты молодогвардеец в политике, вообще, в принципе, по жизни нет. Но вот если вы руководитель отделения, то есть следующий этап у вас – это секретарь Свердловского отделения «Единой России». Когда Шепти станет уже стареньким, рано или поздно же он станет, я бы не стал таких громких заявлений делать в принципе. Там может быть любое направление. У нас есть ребята, которые пошли сразу с руководителей региональных отделений. Не-не, я вот про вас лично. У вас какая цель? У меня какая цель? Сейчас у меня цель... Через следующую ступень. На самом деле об этом не особо думается, когда... постоянно загружен работой. Поэтому я постараюсь как-то от ответа максимально уйти, мы все-таки политическая организация, общественно-политическая организация. Я думал, вы сказали, а почему не проявить здоровый карьеризм, не сказать, что президентом хочу стать в конце концов? Почему? Здоровый карьеризм, он присутствует, и, в принципе, мы не скрываем того, что у нас наши кандидаты будут участвовать в выборах в грядущих в городскую думу екатеринбургскую. Уже сейчас ребята участвуют на муниципальных выборах, которые... будут проходить в этом году. Функции детской и молодежной организации, вот в идеале, они какие должны быть? Наверное, социализация, в принципе, молодых ребят, в том обществе, которое у нас сейчас есть. Мы больше, на самом деле, не детская молодежная организация, не детская общественная организация, в том плане, что
У нас четко нет, есть детская молодежная курс. Через запятую я говорю. Ну да. У нас есть политический курс. Мы проводим социализацию ребят именно в политической жизни, я бы так это назвал. В общественно-политической жизни. У нас больше сфера воспитания. Потому что воспитание, принятие каких-то норм, а уже в дальнейшем социализация, принятие активной гражданской позиции. Но воспитание, простите, какое? Вот есть родители, которые воспитывают детей, а вы что делаете рядом с родителями в воспитании? Вообще воспитание – это же комплексный процесс. Помимо того, что детей воспитывают родители, детей воспитывает общество, в котором они находятся. Круг интересов и компания, в которой они сейчас общаются. Есть возможность показать, что вот, пожалуйста, приедьте сюда, познакомьтесь с участниками со всей России. Дети выезжают в тот же Орленок, океан, и потом продолжают общение, ездят, встречаются на других сборах, слетах, делятся опытом. Ну, то есть некое интересное для детей занятие, при этом государство, ну, вы же государственная организация, ну, что уж там-то. Организация, да. Государство, оно неким образом, ну, ограняет, так скажем, в нужном для себя виде детей, ну, да. воспитывая детей так, как государство считает нужным. Ну, так ведь, наверное, вы же проводите интересы государства в головы детей. А потом эти дети получают возможность, получают какой-то бонус продвижения, опять же, карьерным. Я не буду слово «карьера», но хорошее слово, не пугайтесь. Я не говорю, что карьера – это плохо, потому что если ты с 10, 14, 15 лет понимаешь, чем ты хочешь заниматься дальше, и понимаешь, что тебе есть куда расти, и знаешь, что тебе для этого нужно изучить и так далее, то почему нет? Карьера – это всегда было хорошо. Всеволод, нужна ли организация вот такая? Потому что вот ваша организация все-таки – это клуб. Я считаю, что нужна, поскольку опыт и той же самой пионерской организации, когда она была всесоюзной и такой очень масштабной, вот, организации на местах позволяют сделать, ну, скажем так, дать счастье ребенку постоянное и создать пространство для реализации такое вот, ну, как сказать, доступное, а не просто на месяц выехать в Орленок или в Артек по наградной путевке. Ребенок, находясь в таких организациях, лучше, если они разновозрастные, как мы считаем, попадает в безопасное пространство, которое, ну, к сожалению, наверное, не может сейчас обеспечить, что в том числе школа. Вот, что глобально дает каравелла детям? Вот совсем глобально. То есть я не имею в виду навыки по смолению яхт. Идеальный вариант и та задача, которую мы перед собой ставим, воспитание человека, воспитание в человеке эмоционально-нравственного стержня. Чтобы ребенок, выходя во взрослую жизнь, мог отстаивать свои интересы, интересы, не знаю, своих близких, свои какие-то взгляды и в жизни реализоваться там, где он хочет. А политические организации, такие как РДШ, это хорошо, это нужно? По-вашему? Ну, сложный вопрос. Мне кажется, что хорошо, если власть будет поддерживать, и, ну, это многие годы, наверное, говорят, организации, которые есть на местах, которые, то есть руководители, которые работают непосредственно с детьми, площадки, где дети могут реализоваться. Если эта поддержка будет постоянной, то, мне кажется, хорошо, политическая составляющая не нужна. Хорошо, последнее, чем прошу. Вот когда появилась РДШ, когда появилась «Молодая гвардия», мы все же воспитанные, вот мы люди воспитанные, рожденные в Советском Союзе, мы начинали предполагать и пугаться, что сейчас это станет обязательным, как в Советском Союзе, вот со всеми минусами обязательности, которые были. Этого не случилось. Вот все добровольно совершенно, я не слышал нигде о том, чтобы загоняют школьников в РДШ. Вот сейчас достигнута некая гармония между государством и молодежными организациями? Или где-то что-то нужно менять? В плане поддержки и соблюдения общих интересов? Например? Да, у нас в принципе, мы раз и являемся государственной организацией, нам идет поддержка в организации каких-то мероприятий. Тех же ну, то есть вот как есть, оно и должно продолжаться. Или нам нужно больше, да. Или обязательную запись сделать в РДШ, или больше... У нас в любом случае идет же регистрация участников в РДШ, где они пишут согласие на... Не, ну это понятно. Как бы, да. А то нужно что-то менять? Ну, на самом деле, мне кажется, что касательно нашей организации, нам удалось выстроить такой хороший диалог с органами власти, поэтому я считаю, что сейчас нужно просто планомерно двигаться вперед всеми нашими молодежными детскими общественными организациями. Все, вот у вас есть государственная поддержка? У нас есть государственная поддержка, и мы стараемся, чтобы она была на разных уровнях. То есть мы и клуб по месту жительства, и городской волонтерский центр, и областные субсидии у нас есть в организации. Я поздравляю вас с 95-летием Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.
И сразу после рекламы историк Петр Мультатули расскажет о том, почему произошла Октябрьская революция. На четвертом канале «Итоги недели» и мы продолжаем серию разговоров, посвященных столетию революции. Сегодня в студии «Итогов недели» Петр Мультатули, кандидат исторических наук, член Совета общества ревнителей истории, двуглавый орел. Здравствуйте, Петр Валентинович. Снова рад вас видеть после долгого перерыва. Без паузы, сразу. Почему случилась революция? Революция вообще никакая... Почему первая и вторая? А это одна революция. Революции никогда не происходят по, на мой взгляд, по социальным, экономическим причинам. Они происходят по причинам духовным. Главная причина любой революции — это духовная. И духовная составляющая революции 17-го года — это отступление от вековых заветов, от вековых традиций, от векового самоосознания и мировоззрения, каким жил русский народ, под русским народом я имею в виду широкое понятие, а не узкое, веками. То есть мы 1150 лет жили при одном идеологическо-духовном укладе, а потом фактически к 17-му году решили, что он, в общем-то, нам и не обязателен. Ну, то есть царь перестал нравиться, жена у него немка и пишет тайные телеграммы в генштаб немецкий. Даже если это не было так грубо на уровне всего народа, то такое, во всяком случае, такие представления у очень многих людей считалось возможным. Же на ближайшие родственники аплодировали отречению. Чего уж говорить. Ну, в общем, аплодировала, да, как говорил Солоневич, пьяные толпы Петрограда, включая туда пьяные не только в смысле прямого опьянения, да, а в смысле вот этого сумасшествия, которое наступило. Понимаете, дело в том, что в начале 20 века Россия достигла таких больших успехов, и настолько произошло рост благосостояния народа, и настолько произошел сильный научно-технический прогресс, что вот вдруг решили, что а зачем нам это вообще вот это все, а мы сами с усами. Тут у нас телеграф, телефон, капитал, ватер-клозеты. Зачем у нас какая-то монарх? Петр Иванович, ну разве не политика царя, который, ну он был главным, он за все отвечал, привела к этому? Нет. Как раз политика царя была на то, чтобы в этих неимоверно тяжелых исторических условиях вывернуть Россию путем проводения реформ. Вот в чем вообще ценность Николая II как государственного деятеля? То, что он провел огромное количество реформ, важнейших реформ. Не при народоуничтожении, а при народосбережении. Народ вырос на 55 миллионов человек. При росте благосостояния народа. Ведь мы часто, когда говорим о реформах, мы забываем о людях. А когда, если реформа идет и гибнут там сотни тысяч или миллионы людей, стоит вопрос, нужна ли это такая реформа? Зачем она тогда? Что будет потом? А простое объяснение, то, что верховная власть перестала соответствовать изменившейся структуре общества и политической, и экономической, вы не принимаете? Нет, потому что с политической точки зрения это именно императорская власть провела те перемены, какие были осуществлены. Ведь в России было фактически существовало все, что существовало во всех других странах. Свобода слова, свобода вероисповедования, при том, что православие оставалось религией большинства, да, и государственной религией. Не религия большинства, а государственная религия. Но при всем при этом страна проделала огромный путь, и это была именно по царская власть сделала, а не какая другая. Поэтому говорить «но» при этом самодержавная власть позволяла всем этим процессам не распадаться, не разрывать страну. Как только самодержавие рухнуло, страна развалилась. Хорошо, ну еще упростим ситуацию. Кто был главный, кто за все отвечал? Вот оно развалилось, ты за это ответь. Вы знаете, вот всегда есть такое представление, что о всесилии первого лица. Оно очень, на мой взгляд, ошибочно, потому что первое лицо, особенно самодержавный монарх, он не может царствовать в вакууме. Обязательно нужна та большая часть общества, которая будет его поддерживать. Ведь команда Николая II планомерно уничтожалась. Уничтожалась, начиная с 1901-1902 годов, когда убивали Сипягина, Плеви, Боголепова, потом Столыпина. Ведь выкашивались. Ведь во время террора 1905-1907 годов было уничтожено 7 тысяч представителей власти. Вы представьте, какая шла отчаянная борьба за то, чтобы образовалась... И образовалась вот эта кадровая яма, в которой уже, знаете, выбор стоял не о том, кого выбирать, а кто больше вообще, по порядочности уже стал вопрос. Революции можно было избежать? Да, если бы народ сохранял, не народ даже, а если бы элита в первую очередь сохраняла единство
и верность своему монарху. Потому что только в этом случае можно было выйти из того огромного кризиса, мирового кризиса, который охватил мир с 14 года. И те страны, которые сохранили это единство, при всем там моем неприятии этих, может быть, политических строев, ну, там же возьмем ту же Францию, ту же Англию, они вышли из этой ситуации, потому что элита, хотя и с оговорками там тоже... Ну, как, ну, Британская империя распалась. Ну, она распалась после Второй мировой войны. Австро-Венгерская империя распалась. Да, потому что... Один и тот же процесс. Нет, не один и тот же, потому что это именно британская... Османская империя распалась. Так именно потому, что вот эти новые силы, которые приходили к власти во всем мире, они стремились уничтожить вот эти вот столпы монархической государственности. Российскую империю в первую очередь, потом германскую, австро-венгерскую и османскую, но никто не покушался ни на английскую империю, ни на французскую. Их развалили потом, после Второй мировой войны, но после Первой они сохранили полностью свою империю. Не могу не спросить у вас, как вы относитесь к, ну, стараниями, не будем говорить кого, уже скандальном фильме, хотя его никто не видел, про отношения молодого Николая Романова, не Николая Второго, Николая Романова с Кшесинской. Это оскорбляет? То есть, если кто не знает, у Николая молодого, молодого совершенно человека были отношения с балериной? Нет. В том-то и дело, что никаких отношений не было. И это доказывает и дневник Кшесинской, который он написал. Она прямо об этом пишет, что... Во-первых, вы знаете, когда она... то есть, как она пишет, Царевич говорил, что я не хочу быть у тебя первым, потому что ты невинна. То есть, это были платонические отношения, это был роман, но никогда не переходящий грань вот этой чувственности. То есть, никогда, грубо говоря, вот никаких... Вы сказали, что отношений не было, потом говорите, был роман. Нет, ну роман не... Роман, это значит... А была... я сказал отношения. Ну, когда у нас говорят отношения теперь в нашем испорченном обществе, представляют, что это были интимные отношения. Я островок неиспорченности. Ну и тогда хорошо, я говорю. Нет, понимаете, дело в том, что из этого романа, как сам Николай II называл его, Николай Александрович называл его платонические чувства, здесь создали грязную историю, когда, значит, цесаревич увлечен настолько этой Кшесинской и вступает с ней неоднократно там в интимные отношения, и что самое кощунственное, что это продолжается якобы уже после помолвки. Нет, насколько я понимаю, из фильма это не следует, что после помолвки. Нет, следует. Поверьте, я читал сценарий и знаю, о чем я говорю. А то есть фильм плохой, не смотреть? Ну, знаете, я бы никогда не посоветовал на него смотреть, потому что тут оскорбление чувств кого-то всегда приведет к оскорблению чувств под затем других людей. Сегодня оскорбляют православных верующих, завтра будут оскорблять мусульман, иудеев и кого угодно. Считаю, что изначально эти люди сделали огромную ошибку. Они не пошли, так речь шла о святом, то создателям фильма нужно было пойти обязательно к Русской Православной Церкви и спросить просто совета, а вот как вы считаете, вот это вот мы, то, что мы готовим, это соответствует действительности или нет? Этого не было сделано, и в результате произошло то, что произошло. Последнее. Должна ли Православная Церковь снова стать государственной? Официально, потому что окологосударственной она и так является. Русская Православная Церковь в настоящих условиях должна быть, на мой взгляд, такой, какую роль она сейчас занимает и продолжает даже занимать. Она является столпом современной российской государственности. Сейчас есть две консоли, на которых держится государство. Это президентская власть и Русская Православная Церковь. Русская Православная Церковь и в силу своих исторических ролей, и в силу того, что она является религией большинства народа сегодня. Просто чисто в цифрах. Поэтому если будет подрублена одна из этих консолей, а к этому стремятся враги нашего государства, произойдет крушение страны просто с непредсказуемыми процессами. Мы это уже один раз проходили. Спасибо большое. Петр Мультатули был сегодня в итогах недели. И они подведены. Увидимся в понедельник в программе «Стенд».